За 45 лет учреждение окончили несколько десятков выпускников. В этих стенах они получили знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения школа была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как ее традиции свято сохраняются и передаются из года в год. В актовом зале школы практически не было свободных мест. На мероприятие пришли выпускники, представители администрации города, руководители комитета по образованию, а также друзья образовательного учреждения. С праздником вас, дорогие! Я желаю процветания первой школе, здоровья, благополучия всем вам. Я желаю, искренне желаю, чтобы каждое утро в вашей школе начиналось с добрых приветствий, веселых улыбок, интересных уроков, веселых-веселых и звонких перемен, чудесных увлечений и великих стремлений. Со словами искренней благодарности и уважения все приветствовали учителей-ветеранов. Они поделились своими воспоминаниями и пожелали коллективу школы новых успехов и достижений. Атмосфера, которая холодным осенним днем окутала первую школу, нельзя сравнить ни с чем. Это искренняя признательность, радость и ностальгия. Испытать все эти чувства одновременно в других обстоятельствах просто нельзя. Вообще наша школа всегда... Мы чувствуем гордость, когда говорим о родной школе. И поэтому в этот день особое, да, чувство гордости, любви, конечно, радости. Радости встречи с ветеранами, радости встречи с нашими друзьями. В торжественной обстановке педагоги получили заслуженные грамоты и благодарственные письма. А школьники в очередной раз имели возможность продемонстрировать свои творческие способности, радуя зрителей песнями и танцами. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ.